Центральная избирательная комиссия отказала Андриану Канду в регистрации в качестве электорального конкурента от партии «Промолдова» на президентских выборах 1 ноября. По данным ЦИК, только в 12 территориально-административных единицах было собрано не менее 600 подписей, отвечающих всем требованиям. Центризбирком констатировал, что инициативная группа «Промолдова» не представила списки с подписями из не менее половины территориально-административных единиц.